Blender 2.8, погнали дальше разбираться, что да как. Захотелось мне сделать подушку именно для моего предыдущего персонажа на диван. И нашел я вот такой вот канал, где рассказывается, как сделать эту подушку. Вот такой канал Blender просто по-русски. Вводите, как сделать простую подушку, и здесь вот есть такой ролик. Вот такой ролик, как быстро сделать подушку. Вот такой канал Blender 3D просто по-русски, с меня подписка. Так, ну что, погнали все это дело продублируем, законспектируем. Работать будем с кубом. Включаем транспоз. Все это дело вот так вот немножко уплотняем. Придаем внешний вид подушки, какую бы мы хотели ее видеть. Ну, пусть будет вот такая широкая. Мне на диван, может быть, поуже нужно будет для модели. Ну, пойдет. Так, теперь заходим, жмем табуляцию, жмем Ctrl-R. Находим вот это вот ребро верхнее и колесиком крутим, сколько нам надо именно лупов. Нажимаем и щелчок два раза кнопкой мыши. Опять жмем Ctrl-R, находим вот эту вот середину, вот этот вот, вот это ребро. И опять же крутим, добавляем лупов. Щелчок, щелчок, все. Это дело нас устраивает. И теперь добавим здесь вот боковинки. В ролике три штуки добавлено. Жмем Ctrl-R, находим вот это вот ребро и три раза делим. Все. Заготовка готова. Теперь выделяем все это дело английское. И немножко опять же транспозом вот это дело все прям сжимаем. Вот так. Select Box. И теперь жмем табуляцию, заходим в Object Mode. В Object Mode вот такая штука у нас получается. Select Box. Убираем транспоз, у кого включен. Теперь жмем Shift-A и находим Face Field. Вот этот Shift-A и Face Field Force. Вот этот. Вот появился такой круг. Здесь в боку вот эффект. Этот эффект. Панелька. И немножко вот здесь вот убираем ее. Где-то вот так вот ставим. 37 метров. Теперь переключаемся на заготовку подушки, заходим в физику, находим ткань. Здесь вот верхний шаг ставим 7. Здесь масса ставим 5 килограмм, 0,5. И заходим в нижнюю панель, вот здесь вот внизу. И вот это гравити убираем до 0. Так, это дело сделано. Теперь переключаемся вот на это, на этот круг. Здесь находим Strange, Доктор Strange, и жмем 300. 300, Enter. Теперь жмем пробел, переключимся на подушку, жмем пробел, вы видите, что наполняется пробел. Отключаем все это дело в нижней панели и выискиваем ту форму, которая нам нужна. Ну вот, допустим, пусть будет вот это. Все это дело можно убрать панельку. Заходим теперь в Add модификаторы и жмем вот это Apply. Все это дело сделано. Опять же модификаторы, Add модификаторы, добавим subdivision. Вот так. И теперь правая кнопка мыши, жмем Shade Smooth. Вот такая штука получилась, вот такая прикольная подушка. Даже шов есть. И даже есть именно вмятины, складки, которые можно доделать. Ролик в ZBrush выложу по подушке именно под этим роликом. Смотрите. Вот такой прикольный способ. Спасибо каналу 3D по-русски. Все, всем пока, до свидания.